Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня 2 августа 2022 года. Мы с вами в Новханах. Пляж Новханы. Песчаный берег. 28 километров, наверное, от Баку. Уже ближе к Сумгаиту. Вот там вот где горизонт. Видно уже, значит, Сумгаит. Но вот это Каспийское море, побережье. Здесь можно хорошо отдохнуть, поплавать и хорошо поесть. Вот на правой стороне видите ресторан Кульян. В прошлом году мы здесь отдыхали. У меня есть видео на канале. Ну, там был вид изнутри, а здесь вот вид снаружи. То есть можно там посидеть, поесть. Вот там есть залы, и беседки, и детская площадка. Все очень хорошо устроено. И вот прямо вот, метров там 40-50, наверное, от моря. Ну, море раньше было ближе, потому что море последние годы сильно отошло, но это не важно. Вот там есть лесенка, выход, можно спуститься, дальше поближе подъехать на машине, вот есть автомобильная стоянка. Все побережье, рестораны, пляжи, это, лошадки бегают. Сейчас мы попросим помахать рукой. Оп, оп, оп. Ну, это, конечно, опасно довольно-таки. Красиво наблюдать за закатом, отдыхая на песочке, загорая. Ну, конечно, загар днем бывает, но образно выражаясь. 2 августа, 22 год. Меня зовут Михаил Рискерев. Приезжайте, пока вам не понравится. Ты заходи, если что. Magical.